Впервые в Кыргызстане 21 февраля в городе Бишкек состоится международный турнир «Алаш Прайд 82» совместно с «Таймон Бас ФС». В главном поединке вечера Рауан Бекболат сразится с Арген Маратбекулу за чемпионский титул «Алаш Прайд». Турнир стартует 21 февраля в 19:00 по бишкекскому времени. Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на YouTube-канале «Алаш Прайд ТВ», а также на YouTube-канале «Кыргызспорт ТВ». Не упусти возможность стать свидетелем грандиозного противостояния.